Филины в Новосибирском зоопарке впервые стали родителями. Пару краснокнижных птиц только в прошлом году привезли из Сургута, но, видимо, ночные хищники быстро освоились на новом месте и свили гнездо. Новорожденный появился на свет в июне, весил не больше 100 граммов, но уверенно набирал вес, вот наконец показался публике. Птенцу еще предстоит избавиться от младенческого пуха, отрастить крылья и научиться летать, пока он делает рубкие шаги под присмотром строгих родителей, которые малыша кормят и учат издавать характерные для семейства звуки, а не только пищать и посвистывать. Добавлю, что в природе численность филинов снижается, и сотрудники засадов стараются создать этим птицам условия, максимально приближенные к естественным природным, чтобы филины и дальше приносили потомство.